Из этой борьбы я вышел победителем, так сказал государственный советник Андрей Борисов на состоявшейся сегодня встрече с представителями общественных организаций, якутянами, поддержавшими его самовыдвижение на выборы, и представителями СМИ. Разговор состоялся открытый и острый. Борисов поделился планами на будущее. Активно включиться в политическую жизнь республики, организовав общественное движение. Рассказал о борьбе и отношении к провокациям оппонентов. Спасибо, что вы так. Вот тут оказалось, что я лично не был готов для такого разворота дел. Оказалось, что я смотрю все-таки больше идеалистически на этот мир. Думая о том, что честность, искренность, открытость, чистосердечие, оно является главным все-таки. Неужели это ошибка? Я не думаю, что это ошибка. Ни в коем случае. Поэтому я наоборот вышел оттуда, из этой борьбы победителем.